The military are about to destroy Maul's group. We need help. Damn, that's a military air assault force. Our guys are there. Да, ребят, всем привет, с вами Александр. Этот сталкер просит помощи. Их обложили военные. Ну, это было так же, как в оригинальной игре. Давайте поможем им. Вон вертолеты пролетели. Мы здесь по заданию Серого, вернее, не по заданию Серого, а по наводке Серого. Нам нужно здесь отыскать крота, который знает информацию о стрелке. Но сначала нужно помочь группе сталкеров отбиться от военных. Я думаю, это будет несложно. Стандартный пролет над акропромом. Нашего завалили! Уже бегу, ребят. Уже бегу. Все, погнали. Так, это граната была. Нет? Получай! Пошла жара! Хорошо приложил, гада. Кстати, оптика не очень сильно приближает. Сделано в Беларуси, кстати, видео было написано. Так, что-то мало военных. Вы сами всех покрошили уже. Тогда это будет легко. Нет, еще есть. Помочь кроту отбиться от военных. Да, теперь надо самого крота спасти. Он находится в этом здании. А военные, как я понимаю, еще остались во дворе. Так, опять никто не мешает. Сволочь! Я тебя сейчас достану! Выше надо. Так, готов, и нашего убили. Надо выше брать. Выше. В корпус не так эффективно. В кустике ушел. Вроде все. Прикрой меня, прикрой. Так, есть еще желающие получить пулю? Оружие к бою! Слушай, не вижу, гранатами кидают. Хоть я все в корпус-то стреляю. Так, еще где-то есть. Вижу. Опять гранату кинул. Но она не долетела. Вспышки вижу. Как говорится, бей по вспышкам. Да, задание выполнено. Спасти крота. Крот, выходи. Все, чисто. Вот и наш крот. Куда побежал? Да, я спас твою жизнь. Он говорит, типа, сейчас будет здесь много военных, надо уходить отсюда, давай я покажу тебе путь. Ну, это мы хорошо помним из оригинальной игры. Слушайте, пока есть новые вставки в игре, в модификации, но это пока сюжет Теней Чернобыля. Пока вот ничего особого я не вижу. Может, конечно, как мне писали, после агропрома что-то поменяется. Так, сейчас он мне покажет дыру, и потом я пойду все облутаю.
Там много трупов, чтобы не занимать слишком много времени на видео. Фью, it's quiet here. We can wait for the raid to finish. Сэри told me what you're looking for. It's underground around here somewhere, but I don't know exactly where. Ну, под землей то, что ты ищешь. Хорошо, удачи. Спасибо за помощь, сталкер. Не приди ты вовремя, я был бы уже покойником. Серый меня сюда отправил. Я спас твою шкуру, так что если что-то знаешь, говори. Слушай, я нашел книгу, которая, возможно, приведет тебя к некоторой информации, ну, в которой ты будешь заинтересован. Так, она может быть очень полезна. Я хотел ее продать бармену, но так как ты спас мою жизнь, можешь ее забрать. Где эта книга сейчас? Я видел ее в подземелье. Тут один из многих входов. Через него ты попадешь в один из соединенных друг с другом подвалом. Я мог попробовать объяснить, где я ее спрятал. Ну а там смотри сам. Они очень длинные, со множеством комнат и довольно запутанные. Да и мутантов там непонятных полно. Так что я ни за что туда не вернусь. Да, расскажи мне, что помнишь насчет того, где ты ее нашел. Смотри, спускаешься по этой винтовой лестнице, пройдешь несколько колонн и заходишь в машинное отделение. Ищи вход в укрытие в одном из комнат неподалеку. Вот там я нашел эту зашифрованную книжку. Только место сейчас я тебе точно не назову. Удачи, спасибо за информацию. Сам не хочет спускаться, место точно не знает, собирался продать ее бармену. Мужик, ты ее, наверное, никому бы не продал. Ладно, будем искать. Спасибо за информацию. Появляется что-то новое. Книжка стрелка. Книга, зашифрованная книга. Посмотрим. Вот я облутал все. Взял абакан. Артефакт на выносливость. Кучу патронов. И теперь можно смело спускаться в подземелье. Кстати, заметьте, подземелье сделано не отдельная локация, а как бы она входит в состав локации Агропром. Это круто. То есть мы заходим сюда свободно, без всякого подгружения. Так, аномалии. Кислота. Все понятно. Возьму двустволочку на всякий случай. Кто там? Ну да, старые знакомые зомби. Одного выстрела обычно и мало. Попробую гранатой. Так, ты уже здесь. Кстати, предметы летают. Что здесь еще есть? Вот танки. Здесь была колючка в оригинальной игре, но ее нету. Нет ни колючки, ни тайника. Ладно. Зачем зомби трогать, да? Чего? Они нас и не догонят. Патроны только переводить. Вот артефакт какой-то. Потом посмотрю. Еще один. Так, ладно. Бежим. Артефактов много, но они, походу, бесполезные все. Ну, не бесполезные, а малоэффективные. Так, патронов у меня хватает, поэтому... Сообщение. Найти книгу стрелка. Хорошо. Еще артефакт. Так, неужели он в тайнике? Этого я не ожидал. Ну-ка попробуем, ближний бой. Иди сюда. Да, возможно, меня сейчас убьют. Все, готов.
Нету здесь тайника, нету. На старом месте ничего. Нету этой чудо-лестницы с растяжкой. Так. Смотрите, сколько артефактов валяется. Вот дырка, но здесь тоже нету лестницы. И запрыгнуть у меня никак не получается. Так, что здесь? Здесь подъем наверх. Что-то я пропустил. Да, вот дверь. Вот теперь тайник. Где? Найти тайник. Нашли тайник и книгу. Так, что за книга? Книга написана от руки. Какие-то новеллы внутри. Теперь у нас появляется задание найти тайник стрелка. А мы не в тайнике, разве? Странно. Да, ребят, побегал я за кадром. Тут маленько пришлось поискать. Вот именно этот тайник стрелка. Там не особый тайник. Не буду ничего особо брать. У меня всего хватает. И патронов, и птичек. Тайник находится здесь. В этой дыре. Ну, это такой не тайник, а просто нычка, в которой есть флешка. Пока не знаем, что на ней и зачем она. Но, по крайней мере, нам зачитали задание. И теперь нам нужно найти выход из подземелья. Переоденемся, выкину лишнее. И, как я правильно понял, выход находится... Вернее, выйдем мы с вами на базу военных. Да. Как раз этот выход ведет туда. Давайте проверим, может там нет военных, и тогда сможем спокойно выбраться наружу. Но я думаю, не все так просто. Двери, видите, да? Понатыкали. Так, я кого-то заметил. Да, там кто-то есть. Кто бы ты ни был, но граната у меня припасена для тебя. Хватило. Так, спокойно. Все, хватило. Вот выход. Да, задание выполнено. Найти тайник стрелка. Помочь Крысолову появляется задание. Крысолов рассказал мне информацию о стрелке. Раз уж ты на агропроме, помоги моему другу. Хорошо. И еще есть задание помочь отбиться сталкеров от военных. Но мы этого выполняли? Не знаю. Так, все-таки да, выход к военным. На метке вижу, на карте вижу 4 цели. Я не буду здесь вылазить, зачем? Там военных этих выше крыши. Выйдем через другой выход, через тот, который мы заходили. Тем более тут недалеко. И уже пойдем, сначала проверим, помочь отбиться сталкерам от военных. Это просто так точка или опять появилось задание? А то нам не засчитали. А затем пойдем поможем Крысолову. Крысолов, я надеюсь, это не крот? Кстати, вот здесь на подземелье FPS-то просел. Ну так, подтормаживать игра стала. Это, наверное, скорее всего из-за того, что вот локация как раз не прогружаемая. То есть карта слишком большая получилась. Ладно, сейчас выберемся. Надеюсь,
Нам сюда больше не придется спускаться. Так, арт. Все продадим бармену. У нас их уже полно, главное, чтобы не было перегруза. И батареек для фонариков куча, я там в тайниках понаходил. Да, выбрались мы. На агропроме. Пойду я проверю точку. А может это тех военных надо было зачистить, когда я вот лутал трупы, здесь их много было. Еще пришли со стороны входа на локацию. Может их не нужно было убивать? Ладно, неважно. Так, на точке я, что дальше? Да, перезагрузился я. Стою на точке, и ничего не происходит. Ладно, пойдем сейчас с Крысуловым. Он здесь недалеко, в болоте сидит. Крысулов, наверное, будет тот самый дезертир, который в оригинальной игре. Посмотрим. Все меня просят оказать какие-то услуги, да? Ну, я надеюсь, за это будет достойная награда. Не зря мы тут бегаем. Игра подает задания по... Как идешь по сценарию, и игра дает параллельные задания. Мини-квесты такие, скажем. Новичку помочь, стало снайпера завалить. Вот теперь помочь Крысолову. Кстати, это, наверное, не мини-задание, это задание по основному сюжету. Как бы то ни было, мы на месте. Что делаешь? Прячусь тут. Мне проблем не надо. Ну, по военному ставу я получаю дезертира. Еще меня незаконно обвинили в убийстве. Пока я не очищу свое имя, я не могу близко к военной базе подходить, иначе расстрел. В чем тебя обвинили? Я из разведотряда, нас в катакомбы послали, чтобы посмотреть, что там творится под базой. Там полная жопа, я один убежал, остальные все мертвы. Эти ублюдки обвинили меня в убийстве всех своих товарищей. Катакомбы? Подземные туннели, они ведут из них за его территорию. Так что все-таки стряслось там? Ты мне тоже вряд ли поверишь, но все же расскажу. НИИ Агропром до аварии в 1986 году был так называемым институтом селекции генетики злаковых. Очевидно, использовался для испытания экспериментальных злаковых. После аварии его обнесли забором и казармы поставили. Раньше я не знал, чем там в НИИ занимались, теперь знаю. Экспериментировали с генетикой животных. Если бы ты видел ту зверюгу, которую я видел внизу, ты бы понял, как именно сгинула моя группа. У зверюги были такие щупальца вокруг рта. И она может становиться невидимой. Да, а ты откуда знаешь? Да я там одну такую встретил. Препаскудная тварь. Так что я тебе верю. Может, я смогу с военными поговорить на твой счет и снять с тебя подозрения? Нет, военные не станут слушать научную фантастику от какого-то сталкера. Но есть другой путь. У нее есть тюма старых документов, в которых говорится обо всех происходящих тут странностях. Я уверен, что в них и об этом экземпляре что-то есть. Если можешь достать эти документы, отнеси их бармену. Он связан с влиятельными людьми, они его послушают. Ты знаешь, где в ней Агропром хранятся документы? В штабе на третьем этаже института. Там эти чертовы бумажки, но туда еще надо добраться. Днем территория патрулируется полностью, ночью патрулей меньше. Если хочешь на базу пролезть, то скажу сразу. Через ворота не пройдешь, самый реальный путь через катакомбы, но тебе видней. Хорошо, я сделаю. Так, через катакомбы мы пойдем, мы там уже были. Появляется основное задание, да, как было в оригинале, правда, игре. Найти эти документы и отнести бармену. Он разберется. Странно, почему эти документы сами военные не посмотрят. Ну, или просто нет приказа туда лезть. Ну, ладно. Такой сюжет. Хорошо. Ищем документы и отнесем их бармену. Будем продвигаться к бару. Но сначала нужно зачистить территорию от военных. Я думаю, миром они не отдадут эти бумажки.
Да, уже кто-то появился на карте. Или нет, или это крысолов. В любом случае, наш путь. Тайник. Где тайник? Здесь нет артефакта никакого. Хорошо. Тайник. Не вижу тайника. Не вижу. Ладно, может он под землей? Да, враг на горизонте. Это вояка. Надо сохраниться. Так, захромал. Подранил я его. Прилег. Так, еще где-то второй. Не буду я тебя убивать. Живи. Получи, скотина! Так, вот и второй. Он успел бросить гранату, но я его убил. Отлично. Еще артефакт на выносливости. Кстати, гранатом он завалил своего сослуживца. Будем прорываться. Напрямки пойдем. Нормально. Ничего не было, никто ничего не слышал. Еще артефакт. Нас собирали вояки, да? На территории, пока гуляли. Здесь тоже тайник. Не хочу я зачищать, конечно, базу всю. Хотел забрать документы. И свалить. Но посмотрим, как дело пойдет. Как не точно это было. Так, кто-то свалился. Да, в окошке он еще. Был. Так, батарейки где? Использовать. Хорошо. Этот прилег. Тайник. Тайник. Не вижу. Документы не те. Тайник наверху, наверное, на крыше. Ладно. Установка. Операционная. Едем дальше. 15 целей у нас на карте. Но пока они деревянные. Я про военных. Так, мужик, ты куда смотришь? Хорошо, вроде чисто пока. Еще один деревянный. Так, там было сказано, что документы на третьем этаже. Крысулов нам поведал. Проверю я здесь. Еще один деревянный, слушайте. Что-то у них с ориентацией не очень. Ну, конечно, я понимаю, что это скрипт такой. Что-то не сработало. Так, этот смотрит, но...
Не успел он выстрелить. Спиной. Хорошо. Осталось их 11. Так, здесь ничего интересного. Пока никого. Самое время забрать документы. Да, вот ящичек. Отнести бармену. Так, руки в ноги и смывайся. Военный не ждут, я так просто уйти. Тебя пропустят в бар, я сообщу тебе. Ну, в бар со свалки. Хорошо. Не туда пошел, молодой человек. Уйду старым способом, через лестницу. Так, надо сохраниться и пробовать выбираться отсюда. Через лестницу. Так, а лестницы нету. Это плохо. Все-таки лестницы нету. Убрали лестницу. Здесь тоже ничего. Ладно, будем спускаться вниз. Там их хоть и осталось 12 штук, но деревянные. Темнеет на улице. Так, резюмируя, смотрите, мы поиграли не так уж и много, но пока мы, знаете, прошли начало Теней Чернобыля с малыми изменениями. Ну, там снайпер был, какие-то попутные задания, пока это Тень Чернобыля. Будем смотреть, что нас ждет дальше. На этом, я думаю, все. С вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.